свистел? Куда ты? Ведомости. Государь уже здесь? Да, лошадка. Это важно. Ждем. Ура, успели. Будьте серьезнее. А Абуков? А я знаю. Я его и не видел никогда. А что, правду говорят, сам император приедет? Ну, а что бы нас сюда поставили? Слышал, дело государственной важности, отлив остальных ушек. Да. Понимать надо. Проход закрыт. Так. Сейчас. На, приятель. Спасибо. Спасибо, родной. Господа, дайте пройти-то. О, свежие калачи. Понял, сладкие пирожки, только что из печки. Свежие калачи, сладкие пирожки, только что из печки. Ну что, берем что-нибудь? Что хочешь? Бублик, баранку. Стоим, стоим, проходим. Идем, идем. Убирай свою телегу. А это что за ящик? Это машина, которая дагеротипы делает. Можно портрет заказать? Да что ты, за эти деньги можно корову купить. Не говори ерунды. Моя кузина себе делала. Всего 7 рублей. У художников дороже выйдет. Это из газеты у них бумага, я проверял. Манша, покажи господам, что у тебя. Да, да. Открывай. Иди сюда. Слушаю вас, брат. Что там за вещь? Разберись. Оружие сие. Давай, давай, давай. Понял. Истинный Христос. Вот так это происходит. Ваш принцип. Бронзовые чугунные пушки – это прошлый век. Из-за них мы крымскую проиграли. Ну вот теперь и полюбуйтесь, как Абухов остальные пушки льет. Да он решил тягаться с крупом. С пушечным-то королем, смешно. Абуховские пушки выдерживают 4000 выстрелов, когда германские разлетаются после сотни вдребезги. Милейший, а вы больше газетчиков слушаете, еще и не такую знаете. Вы не правы. Круп даже хотел переманить Абухова к себе в Эссен. Предлагал стать своим компаньоном. И как переманил? Ну, как видите, нет. Поговаривают, что Абухов по полтинничку с каждого пуда стали имеет. Это ж сколько у него денег? Ленчик. Господа, внимание. Не шевелимся, не шевелимся. На самом деле, этот сплав придумал не Абухов, а рабочий слив фабрики, которого он споил и поместил в сумасшедшем доме. Что вы говорите? Говорят, этот Абухов красавец и прожженный сердцеед. Да он живет один как сыч. Никто и никогда его не видел в обществе женщин. Да нет. Германии стрелялся на дуэли из-за какой-то немочки. А еще говорят, что у Абухова потрясающий баритон. И он пел в опере для самого государя. Ну, конечно. После чугунных-то болванок только в опере и пить. А я сама его видела в театре. Правда, не на сцене, а в ложе. Он не пропускает ни одной премьеры. Покажите же, наконец, этого вашего Абухова. Да вот же он. Ну что? Сказали, что скоро будут. Ваше Превосходительство! Маршал, давай, 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 сюда! Иду, иду, иду. Маршал, Ваше Превосходительство! Ваше Превосходительство, пару слов для петербургских ведомств. Господа, потом, потом. Господа. Два слова. Все, все готов. Ося! Павел Матвеевич, печи с самого утра разогревать. Ничего, ничего, четверть часа у нас еще есть. Так ведь... Государь приедет, тогда и начнем. Ну да, конечно. Куда ж нам без государя? Без государя нам никак. Mm-hmm.
Павел Матвеевич, ваша корреспонденция. Да-да, спасибо. Спасибо, любезный. Дорогой брат, извини, что так долго не писала, все никак не могла найти время, чтобы взяться за перо. Вчера исполнилось ровно 20 лет, как умер наш отец. В церкви отслужили поминальную молитву, потом сходили на кладбище. Очень жаль, что в этот печальный день тебя не было с нами. У нас в городке все разговоры только о тебе, да о твоих успехах в столице. И если бы отец был жив, счастлив и гордился тобой. Отдай ему корабль. Что это вы тут понастроили? Да, можно подумать, ваша река. А ну-ка, убирайте это все. Я кому сказал? Ну, хотите? Мы поможем. Куда? Я тебя сломаю. Только трой, только попробуй. Ну что, самый смелый? Ну так бей, бей. Ну я сейчас врежу. Ну так давай. Павел, брось палку. Пошли отсюда. Ну их. Чумные какие-то. Что с тобой, а? Как дела на твоей фабрике? Нормально. Только никак водяные колеса сделать не можем. Ага. Завтра на охоту собираюсь. Пойдешь со мной? А пострелять дашь? Из арбалета дам. Наконечники для стрел сделал новые. О, смотри. Ладно, пойдем домой. Нас мать к ужину ждет.
Задание-то школьное выполнил? Да, еще вчера. Да? Смотри. Это что-то давно мне вопросов по учебе не задавал. Так а что там спрашивать? Я по арифметике самый лучший в классе. Прям-таки лучший. Учителя спроси. На. Иди, лучший. Хвостун. Погоди. Подойдет? Для труб. На обратном пути нарежем. Ты, Паша, учись, старайся. Скоро поедешь в окружное училище, а там и на службу. Дай-ка. Был бы я инженером, отправил бы тебя в столицу, в горный корпус учиться. Да только нам это не по чину. А почему не по чину? Потому. Потому что в горный корпус принимают только детей инженеров и горных чиновников. А я, брат, хоть и на должности смотрителя завода, на самом деле обычный заводской служащий. Держи. Эх ты, охотник. Мама, мама, охотники идут. Ишь, увидела. О, добытчики. Ну так, орел? Да я вижу. Матвей Федорович! Матвей Федорович! Беда. Плотину прорвало. Детей над водой заливает. Держи. О, Господи. Паша, беги к управляющему. Скажи, пусть срочно идет на завод. Пошли. Не везет тебе сегодня, Афанасий, да? Ничего. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Раз. Ну, ну что там, давай. Ага. Что там еще, Захарыч? Ну, тогда поднимаем ставки. Абухов сына прислал на заводе. Полотину прорвало. Просит вас срочно прийти. А сам-то он где? Малет говорит, на Литейку побежал. Ну вот пусть сам все и поправляет, даром я деньги плачу, что ли. Вот это правильно, правильно. Все правильно, Афанасий, правильно. Пусть Абухов отрабатывает оказанное доверие. А если что, что-нибудь не так, так мы его быстро обратно в рабочие переведем. Продолжим. Так, слышь, что, я мечу? Нос. Да, да. За да, удачу? Да. За Афанасия. За Афанасия. Держись, Афанасий. Господа. Thank you.
стой, стой. Ишь, пострел. Там тварь. Да Матвей Федорович воду уже остановил. Все хорошо. У него и без тебя тел по горло. Ты вот что. Иди-ка домой. Не путайся тут под ногами. Иди, иди. Уважаемая, не подскажете, где здесь дом управляющий? Батуева-то? Ага. Да там, за рядами. Благодарствую. Дом каменный, красный, не ошибетесь. Кельки камахи. Где? Барин спит еще. Сколько ж можно спать? Час дня на дворе. Так мы вчера в карты проиграли. Сегодня похмельем мучимся. Ты его разбуди и доложи, что приехал инспектор горного ведомства Ковалевский из Петербурга. Ну как же? Инспектор горного ведомства из Петербурга. Сольчик принеси. Стой. Погоди, погоди. Мил человек, а нельзя ли поторопить Афанасия Петровича? Ведь о приезде инспектора Ковалевского ему было известно 6 месяцев назад. Никак невозможно, сударь. Афанасий Петрович болен. Как так болен? На заводе авария была, плотину прорвало. Афанасий Петрович до самой ночи там все сам исправлял. Простыл, занемог. У меня нет времени, я должен осмотреть завод, которым Афанасий Петрович изволит управлять. Так там Матвей Бухов есть, он вам все и покажет. Он там смотритель, он все знает. Извольте проехать. Благодарю, насиделся. Фюздепют. А это он чего сказал? Сукин сын. Это да.
Смотри-ка, прямо завод в миниатюре. Кто это построил? Я. Ну, с товарищем. Это того самого Обухова, сынок. Как зовут? Павел. Ваша светлость, может, я пока на завод побегу? А Павел вам дорогу покажет. Ну что, Павел, нравится тебе заводское дело? Нравится, но только водяное колесо никак сделать не можем. Ну так не мудрено. Его по науке строить надо. А вас, небось, в школе таким вещам не обучают? Да нет, нас обучают только считать, писать и читать. Молитвам еще. Ну да. Ну а производить? Ты что будешь на своем заводе? Железо, как отец. Железо? Ну ладно, Павел, пойдем. Проводи нас к своему отцу. А ты знаешь, где учат колеса строить, да железо делать? Осторожнее. В горном корпусе. Слыхал о таком? Слыхал. Отец рассказывал. Ну, а ты сам хотел бы обучаться горным наукам? Хотел бы, но нельзя. Почему нельзя? Кто сказал? Отец. Говорит, не по чину нам это. Вот и ваша светлость, Обухов. Ваше превосходительство. Здравствуйте. Матвей Федорович. Да, ваше светлость. Хороший у вас мальчишка. Весь в деда. Такой же бойкий и сообразительный. Ну что, Павел, спасибо за компанию. Мы теперь пойдем с Матвеем Федоровичем осматривать завод. Ну а ты учись, Павел, старайся. Господь труды любит и вознаграждает за них. Ну а мы поможем, чем сможем. Пойдемте. Честь имею. Господи, слава тебе, Господи. Прошу прощения. Федорович, заходи, заходи. Новость тут для тебя. Как думаешь, что за новость? Не могу знать, ваше высокоблагородие. Какое же я тебе высокоблагородие? По имени отчеству называй меня. Мы же теперь с тобой ровня. Награда тебе вышла, Матвей Федорович. Да еще какая? Не догадываешься? Никак нет, ваше. Я бы тоже не догадался. А если бы мне сказали, не поверил. Ну, здесь так ясно прописано, что невольно
поверишь. Государь-император, ввиду особых заслуг по горно-заводской части, всемилостивше соизволил пожаловать Матвея Обухова званием горного инженера. Это и есть великая монаршая милость. Горжусь тобой. И от души поздравляю. Отец уехал. В город. В горное ведомство. Зачем? Не знаю, что и думать. Что-то срочное. Даже вон коляску прислали. Спи. Что здесь написано? Меня назначили горным инженером и управляющим нашего завода. Это не все. Павла забирают. Как? На учебу в Петербург. В горный корпус. Надолго? На 10 лет. Это что? Я не увижу сына 10 лет? Он же еще дитё малое. У него способности к горному делу. Может, даже призвание. Чернила у вас есть? Пашенька. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь. Пашенька. Где? Вот здесь, да. Пашенька. Ну, все, все, хватит. Хватит, люди ждут. Ну что ты, мать, хороним, что ли? Куда? А? Сиди. А. Не робей, Павел, не робей. Сейчас отправимся в город. Там уже другие ребята собрались. Будущие твои соученики. Ну вот и все вместе отправимся в столицу. Присаживайся. Погодь. А, ну да, так лучше. Спасибо.
Ну давай, что ли, поехали. Паш, а? И это... Пошла. Пиши, не забывай. Давай, Родима, давай. Павел Матвеевич, государь приехал. Можно начинать. Да-да, иди. Угу. Иди, я сейчас приду.